Всем привет! В сегодняшнем видео мы будем клеить последствия крайней прогулки на байдарке с друзьями. К сожалению, само происшествие не удалось снять. Клеим. Лодка набирает воду. Всем привет! Не прямая трансляция с очередного заплыва. В общем, мы немножко наткнулись на деревяшку. Блин, опять жалко, что не засняли это в лодке, хотя была возможность. В общем, наткнулись, палка вылезла. Пока выдергивали палку, отверстие стало чуть больше. Сейчас мы как раз разбираем байдарочку и будем пытаться укладывать все вот в эту замечательную сумочку. В общем, сейчас я буду вот такой вот спрейкой, литиевой смазкой задувать соединение, так как мы давно не разбирали. Ну, давно, в смысле, за три последних выхода не разбирали. Сейчас попала соленая вода. А потом будем с Ромчиком. Ромчик будет меня учить точить ножи. Итак, одной из причин покупки каркасной байдарки был вес. Так как путешествовать нам в основном с женой, то нужно его иногда перетягивать с места на место. В общем, есть весы, взвешиваем. Вес шкуры. Скажем так, 8 килограмм. Вес костей, сидений вместе с сумкой. Сколько? 20. Итого 28 килограмм вместе с сумкой. Отличный вес. У нас есть практически новый старый нож. Есть вот такая вот щепочница, которую нам подарил когда-то Сергей Иванович. Мы сейчас будем ее испробовать. В общем, печка разгорелась. Вот можно заглянуть. Красота. Так, сейчас мы наберем чайничек водички.
пока я буду набирать водичку в чайничек, можно как раз посмотреть, как Роман точит ножи. Ага, тут еще разного, ну да, видишь, разной видишь. Какой-то зернистости, что ли? Да, ты начинаешь типа с маленького вот там. Ну, я взял 400 сразу, там был. А потом до 1500. Вот с Романом наточили нож моими кривыми руками. В общем, Роман подправил его немножко еще. У нас есть полный чайник, и мы будем засекать время. Время пошло. Итак, у нас прошло 26 минут 49 секунд, и чайник кипит. Сейчас будет кофе. Так, ну, в общем. Короче, все ножи бреют, Наташа. Хорошо, будем кофе. Будем брить, Кирилла. Все ножи бреют. День удался. Да. Еще подправим этот для арбузик. Блин, у нас арбузик еще есть. Оказывается, это не просто щепочница и чайница, а еще и маршмеллочница. Сегодня буду пробовать с Наташей вместе первый раз в жизни зефирки на костре. Где зефирки мои на костре? Главное, чтобы меня на костер не посадили. Так, вот зефирки. Я так понял, мы отбираем их у детей. Но дети будут здоровее. Оно как крем внутри получается. Напоминает талое мороженое, как раз то, что я люблю. Да так можно каждый день пробивать лодку. Не надо. Вот, собственно говоря,
все, что Ромчик нам сегодня наточил. Здесь много странных образцов. Вот таких из напильника. Саша Тодоров, друг мой, сделал нож, привезенный из Кипра. Я на него делал ручку из оливки и палок-мешалок. В общем, потом как-то, может быть, расскажу, если будет интересно. Если продолжать тему ножей, то у меня есть несколько ножей ценных для меня. Первый — это нож, купленный лет, наверное, 18 назад на староконном рынке. Беру его с собой в походы время от времени. Нож, сделанный из напильника моим другом Александром Тодоровым. Нож непонятно какой, помню, что был обломан, и планировалась какая-то деревянная ручка, но, в общем, вот из отработанных крышечек, из переработанных крышечек получилась вот такая вот ручка. Нож, привезенный из Кипра. Ручку делал я из оливки и палочек-мешалочек. Нож практически с металлолома. Очень хорошо держит заточку, очень хорошо режет. И, в общем, я очень сильно люблю ножи, которые ржавеют. Конечно же, нож фирмы Мора, туристический. Кажется, лучший в 2012 году туристический нож. Без него тоже практически не обходятся походы. Нож, который я сделал недавно, тоже для походов, чтобы можно было и веточку где-то подрубить. В общем, это вот прям крайний-крайний нож. Ну и, конечно же, самый любимый, который я всегда с собой беру, это нож, сделанный также моим другом Александром Тодоровым. В общем, этот нож был со мной везде. Я его точу сам и покажу, как это страшно происходит. Всем привет! Досталась вот такая интересная точилка ручная. Когда нечего делать, можно точить и точить. И решил я поточить вот свой один из своих любимых ножей, который я привез с Кипра. Вот такой. Но, скажу честно, большую ценность для меня представляет вот этот нож, который мне сделал мой товарищ Александр, который сделан из пилы и который всегда меня выручает, неважно, металл это, бумага, картон, еда. Главное — мыть между резкой. И, в общем, решил я поточить. Но лучше мы с ним отправимся к его создателю, и он нам его не просто поточит, а подправит и вернет его в родное состояние. Всем привет! В сегодняшнем видео мы будем клеить последствия крайней прогулки на байдарке с друзьями. К сожалению, само происшествие не удалось снять. Клеим. Для того, чтобы заклеить вот это отверстие, которое образовалось, нам нужен баннер, клей, наждачная бумага и растворитель.